приехали в Любань на открытую тренировку по воркауту. Поэтому всем приятного просмотра и погнали. Тише. Тебе сюда. Нам сюда. Это вот для виса. Это для горизонта. Это для внутреннего ледж-гейнера. Поэтому мы берем все это вместе и идем в башню. Одержу гульку. Там что-то это, там стоит очень классный человек. Вон там, ты, да. Ты чемпион, поэтому сделай все и тренируйся. В общем, вот так проходит наша тренировка. Очень насыщенно, пришло очень много ребят, сейчас вам покажу. Вот один. Да, здрасте. Вот второй. Вот, в общем, вот такая у нас. Вот. Такая атмосфера. Атмосфера такая. Вот, пойдем к пацанам сейчас. Спросим еще у них, хотят научиться новому. Вот, сейчас подойдем, спросим. Пацаны, что учим? Что учим? Да что-нибудь. Ну, чему хотите научиться, может, поможем чем-нибудь. 160 хочу научиться. Ну, пойдем тогда на большой турник. Сделаем, погнали. Все, пацаны, сразу обучалка. Во влоге сразу обучалка. Немножечко камер ставится, ничего страшного. Вот. Так, ну давай, попробуй сначала сделать то, что умеешь. Ну-ка, Стас, как мастер по 360, который учил меня 360, за полторы недели я его выучил. Тихо начал играть. Блогерские будни, просто минус зарядочка. Это моя зарядочка, все. Не, может, она будет работать. Нефиг так крутиться, ты понимаешь, так нельзя крутиться. Боже, так делать нельзя, все, либо будешь стоять в углу. 5:48. Спасибо вам за тренировку. Вот, мы приедем к вам еще. Так что, до новых встреч.